Администрация городского округа получила от областного министерства жилищной политики разрешение на строительство котельной в микрорайоне Бехчеванджи. Долгожданное известие жителям сообщили представители администрации. Благодаря поддержке нашего губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, титаническим усилиям нашего главы городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова, слаженной профессиональной работе команды главы, поддержке старших домов, просто активных жителей нашего микрорайона, нам удалось добиться решения ключевого вопроса для микрорайона Бахчеванджи. Нам удалось добиться разрешения на строительство в нашем микрорайоне котельной, которую все мы так ждали, которая решит наши вопросы. Разрешение на строительство котельной получено. Огромное спасибо, потому что вопрос кардинальный. Кардинальный для нас. Смета строительства составляет 168 миллионов рублей. 95% финансирует область, 5 муниципалитет. Прошел экспертизу проект модульной котельной на 25,4 мегаватта. Этой мощности достаточно для обеспечения теплом и горячей водой всего микрорайона. Во втором квартале этого года запланировано начало строительства.